все, мы прилетели в Бодрум, и наше путешествие начинается. Вообще, я давно носила эту идею начать снимать влоги на YouTube, потому что я считаю, что мне есть что показать, что рассказать, у меня интересная, насыщенная жизнь, и, возможно, я даже для себя хочу оставлять вот эту вот память на каком-то канале, чтобы потом, спустя 10 лет, пересмотреть о том, как я жила в свои 25 лет. Так что я поняла, что не стоит откладывать эту идею, и нужно начинать прямо сейчас. Поэтому я очень надеюсь, что этот влог получится, и я его смонтирую, и вообще он выйдет в свет. Вот так выглядит наш номер. Там я показывать не буду. Но самая-самая главная часть этого номера — это, конечно, собственная терраса со своим бассейном. Нам здесь принесли комплимент от отеля. Ой, я уже тут своровала кое-что. Но бассейн — это, конечно, прям фишка. В Бодруме мы первый раз. В январе прошлого года мы проезжали мимо Бодрума, чтобы остановиться в городе Тургутрейс, который находится в 3 часах езды от Фетхи, где мы очень часто живем, а вот именно в Бодруме, чтобы приехать сюда в отель в первый раз. И будем сегодня гулять. Вечером планируем поехать в ресторан стейков Нусред. И вообще у нас очень красивый отель. Я очень-очень люблю какие-то детали, я очень люблю стильные вещи, я очень люблю минималистичные вещи. И мы уже успели даже оценить обеды здесь. И знаете, турецкую кухню я не люблю, и в большинстве отелях не очень вкусная еда. Здесь я пока ставлю лайк, но еще посмотрим. Вот так вот я выгляжу, готова к свадьбе. Дресс-код свадьбы — серебро, блестки, поэтому я прям под дресс-код сегодня сияю. Я понял, что ты его снимаешь. Ты мой главный герой. Хочешь спинку свою покажу? А? Спинку хочешь свою покажу? Нет, не хочу, там все мокро, да? Да, получается? Да. А нам остается отлично. Властью, данной нам, всем вместе, этим небом, этим моментом, ребятами, объявить вас мужем и женой! Что-то веселое.
знаете, что-то мне пос... Энергии, где-то снимала, где-то забывала, где-то была я в моменте, а сегодня второй день свадьбы, и честно, вообще не хочется ничего делать, хочется откисать, пить чай, смотреть на море и ничего не делать. Но я буду учиться снимать влоги, чтобы в дальнейшем я не забывала снимать какие-то важные и интересные моменты.